Привет-привет, ты на канале AAA, с тобой Рэй, мы продолжаем Warframe, и у нас все еще стоит вопрос, то, что надо раскачать вроде как Wukong, вроде бы как бы надо, но я еще не знаю, буду ли я над этим заниматься сейчас или нет. В принципе, не так уж это смертельно мне мешает, чтобы прям вот его прямо сейчас раскачивать. Так, значится, хочу я сделать вот что. Во-первых, Рейлджек нужно, по-моему, отправить на создание. Ну-ка. Вроде как должно всего хватать, в теории. Ну-ка. Мутагенной массы не хватает. Мутагенная масса. А что нам на мутагенную массу не хватает? Ну-ка. Сейчас глянем, что нам мутагенную массу не хватает. Блин, она создается 12 часов, по-моему. Так что я не думаю, что это прям моментально. Мутагенная масса, пластиды. Так, а пластиды где мы получаем? Ну-ка. Сейчас глянем быстро. Минуточку. Так, которые можно найти на миссиях Сатурна, Урана, Плутона, Дрида и Фобоса. И их надо аж 250. Хорошо, мутагенной массы нет на вторжениях случае. Просто я бы тогда бы завершил бы вторжение. Инжектор детонита, мутагенная масса. Одна? Ее дают одну. И что, не началось? Что за задание? Венера, вспышка заражения. Вторжение, М-оборона. Ну, ладно, только нет, тогда хорошо, есть один момент, который меня смущает. Так, мутагенной массы нам не хватает, значит, хорошо. Бронко, клыки. Ладно, сделаем так, короче, сейчас мы идем, наверное... Ну, фиг с ним, хорошо, мы идем, короче, на вторжение за мутагенной массой. А я не могу. Награда за один бой? Или она одна за все выплачивается? Ладно, хорошо. Давай выступим 3 раза. Так и быть. За эту тему. Мы не можем просто сразу начать. Те, если это мобильная оборона... Раскопки, что ли, все равно это будет. Учитывая, что оригинальный это раскопки. Но с другой стороны, может быть, я и зря это все начал, потому что. Нет, давай, короче, не будем. Знаешь, нет. Потому что это будет долго. Это будет. Ну, блин. Легче просто будет пластидов нафармить, учитывая, что нам еще лича убивать и все остальное. Не, нафиг. Тогда мы сделаем так. Мы, значит, у нас вопрос нерешенный стоит с... Во-первых, давай сходим фиг с ним на резню. На резню, нет, резня, да, нет, да, нет, да, нет. Качнуть оружие. Не, знаешь, нафиг, короче, нет. Мы сейчас пойдем на, короче, этот... Как его? Мы пойдем на... Цетус, нам нужно там, во-первых, половить рыбу, а во-вторых, нам там нужно на земле еще выбить, нам нужны, соответственно, на чертеж этот. Да, давай, короче, на равнины сразу Эдолона, скорее всего. Нам нужно бы на запуск Арчвинга собрать все. Ну-ка.
На запуск арчинга нужно все собрать. Потому что мне надоело в итоге на этих планетах пешкодралом перемещаться. Порядком надоело, так это скажем. Ну и второе. Хотя, наверное, скорее всего, нужно было начинать соло, да, я так понимаю, чтобы я получил то, что я хочу. Да, это во-первых. Как это работает, как тебя бить? Чем тебя бить? Каким образом тебя бить? А в чем смысл, если я его уничтожу? Ну, уничтожим мы его и... И в чем будет прикол? Что он будет стрелять, не пойму. Все, убили, да? И? В чем смысл? Так, во-первых, мне нужно рыбачить, получается. А чё? Гарпун, хорошо. И как это действует? Ага, все, понятно. Но для того, чтобы их ловить, мне, получается, надо. Несколькими иными вещами заниматься. Наверное, стоило соло зайти, нет? Потому что мне нужно ресурсы добывать. А я могу прямо здесь покинуть отряд? Да, отлично. И еще меня интересует, я не могу прямо здесь арсенал. Я забыл, по-моему, ставить моды. Моды разлома, которые у меня есть, вот два. Не, а нету. Печально. Я бы сказал, что крайне печально. Так, понятно, это все здесь, здесь, здесь. Готово, 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 так. Да вы задрали уже по мне стрелять. Отлично. Все равно с моей не набираются. Все, замечательно. С этими, значит, разобрались. Так, и что мы получаем здесь? Покажи-ка мне в прогрессе, что мы получаем. Всякий мозг, понятно, разобрать. Третье, десятое. Что? Даргни, что? И что мы с этого собрали? Так, во-первых, далеко мы от Цетуса самого? Цетус, мы находимся где? Мы здесь, хорошо, давай-ка мы, короче, сделаем так. Мы быстренько вернемся на Цетус. На К-драйве, видимо. Даже так можно было сделать. Мы же в правильном направлении едем? Да? Или нет? Дорога. Цетус. Нам на Цетус, хорошо. Мы, короче, сейчас быстро сиганем в Цетус. А, это защита тут не объехать, понятно.
Да ёшкин ты кот, где Цетус? Дайте войти в Цетус. Все, я так понимаю, здесь. Отлично, мы сейчас зайдем в Цетус, оденем мод разлома. Чё я блестящий? Это из-за того, что фрейм праймовский, что ли? Так, ну. А можно я покину отряд и до свидания, типа, с вами? А в смысле присоединяется? Я вообще-то хочу покинуть отряд. Я хочу покинуть отряд. Отлично. Ну? Я хочу покинуть отряд, алло. Все, я один. Отлично, открой, пожалуйста, мне двери, пока никто не успел ко мне присоединиться. Все, замечательно, загрузка пошла. Просто супер. Так, во-первых, арсенал. Быстро это как-то, да. Вот один эрудит вам выпал, хорошо. Значится, во-первых, экипировка, арсенал, да, замечательно, супер, просто идеально. Мне нужно одеть сюда моды. Моды разлома. Адаптер X возле оружия, у меня его даже нет. Хорошо, моды, блин. Хорошо, так. И в принципе. А где, кстати, вот у меня нету здесь, что ли, такого мода, который. На дальность поражения. Ну, крит маленький. Очень маленький грид. Его даже не разогнать будет все равно. Так, ладно, мод разлома, короче, нам нужно словить рыбу. А, значит, идем. А я могу выбрать, кстати, здесь соло, типа. Или да пофиг, в принципе, ладно. Пускай если кто-то хочет присоединяется, без разницы. Мне это не сильно помешает. Да понятно, что вы все тут присоединились вовсю. И целая толпа вас здесь. Блин, ну если бронька у него светится, то в принципе можно было бы ее сделать золотой. Ну, если, ну ладно, без разницы. Загружайся, давай, открой мне. Мир, открой мне. Я говорю, мир, мне открой. Отлично. Поймать несколько рыб. Замечательно. Где вас ловить? Где-то нужно искать. Чё? And so it goes. I'm sorry, little friend. Да покидаю отряд, мне все равно. Я ищу, где рыбу половить. Вроде как должно быть видно. Вроде как. Вот только миграции хвоста. Хвоста мне не мешало. Ну, собрали мы все. Отпяньте. Меня волнует лишь только поиск рыб. Говорят, что неким. Неким оружием можно будет это все скрывать, но я не. Но пока у меня его нет. Так что. Печаль, беда. Несколько рыб поймать, не промахиваясь. Не вижу, чтобы рыба была где-то. А, вон все, вижу. Да блин, вот только мне не хватало на воду падать. А стой, я могу, интересно, с этого ловить, нет? Нет. Не могу.
Вот здесь, типа, якобы какая-то рыба. Нет? Где рыба? Вон там что-то плещется, но как это поймать? Тем более, что я ничего не вижу. Или это не этим? Ладно, да ну только ты не опускайся, пожалуйста, в воду. Так, ладно, ищем рыбу. Дальше ищем. И где рыба? Почему я ее не вижу вообще? Как это работает? Ладно. Я видел какую-то херню, которая вон плавает. Не поймал. А, то есть прям надо искать рыбу. И куда надо целиться, чтобы попасть в нее? Ладно, давай другую возьмем. Давай вот это возьмем. Нет. Интересно. Отлично, одна есть. Угорь чакра. Хорошо, замечательно. Отлично. Две есть. Три есть. Отлично. Тем более, что мне еще чешуя рыбы нужна, по-моему, для этого. Четыре есть. Просто супер. Ну-ка. Все, здесь рыба закончилась? Да ну нет. Шесть надо поймать без промаха, да? Печально, печально. Чую, мы здесь надолго. А чё, она исчезает со временем или что? А, не, появляется, вот. Короче, надо ловить большую. 29, какой они хило. Так, надо ловить большую рыбу. Есть. Две. Надо ловить, короче, рысь рыбу, она медленно плавает. Давай еще кто. Ну? Рысь пасть, я вижу, да. Рискнуть, что ли? Да ну нет. Блин, короче, надо не торопиться, я понял. Рысь рыбу надо ловить. Только рысь рыбу. И больше никого. Да-да-да, понятно. Задрал, кто там стреляет-то издалека? Есть две. Хорошо. Не торопимся, не торопимся. Просто не торопимся. Есть три. Так, три рыбешки есть. Блин,
было 4, можно было просто не спешить. Ладно, да, пойдем туда сходим, может там проще будет. Там мешать никто не будет. Все, она кто-то стреляет. А, они за нами идут. Не, здесь плохо видно. Есть. 4 рыбы. Не торопимся. Не, я буду искать к вечеру есть рыбу. Она медленная, ее ловить просто. А все остальное такое. Есть 5. Ну давай последнюю, 6-ю. Не торопись. Есть 6. А чё нет-то? Да ладно, сапог. Ну, конечно, это честно, очень честно. Я бы сказал, это просто супер честно. Ну, офигеть теперь. Офигеть. Просто издалека. Давай, короче, ждем дальше. Угорь чакра. А нормальной рыбы здесь не будет сегодня? О, рыбы наловимся на сегодня, прям ужас. Есть. Ну чё, припануло? А, отлично. 2 есть, ладно, 2 есть, хорошо. 3 есть. Ладно. Четыре есть. Ладно. Не торопимся. Главное, не торопимся. Да не хватит. Так, испугал рыбу рысь, понятно. Не торопимся, не торопимся. Просто не торопимся. От слова совсем. Ну хватит распугивать рыбу-то всю. Ладно, пойдем чуть дальше, посмотрим, может быть здесь что-то будет. Да ну нет, да ты смеешься что ли? Ладно. Короче, я придумал, как можно сделать, чтобы мне особо никто не мешал. И возможно, так надо было сделать изначально. Так, попробуем отсюда. Здесь же будет рыба? Или она только там, где плещется, типа? Не обязательно было появляться возле меня прямо. Нет, она только на берегах. Печально, я могу сказать, что. А как-то двигать камеру нельзя? Кстати, вот интересно, а если я ее типа сюда поставлю? А, отлично, можно камеру делать. Ну все, замечательно, можно еще и бегать. Можно еще и прицелиться. Ладно, короче, тогда на этом мы закончим, в принципе. В следующей серии мы тогда займемся рыбой. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии. До скорых встреч, пока-пока-пока.